История маленького Захара Капралова знакома, наверное, уже всем балаковцам. Двухлетний мальчик борется с раком, и хороший прогноз на выздоровление дает барселонская клиника. На лечение необходимо собрать 127 тысяч евро, это больше 8 миллионов рублей. И неравнодушные балаковцы объявили марафон добрых дел. У нас проходит акция «Помощь Захару». Спасибо большое. В эти дни по всему городу проходит множество акций. Собранные средства направляются на счет родителей Захара. С собаками решили буквально за один день. Сначала мы хотели просто сделать как бы флешмоб, идти по улице и привлекать внимание людей ростовыми куклами и рассказывать им о ситуации. Дело в том, что я являюсь еще администратором группы помощи животным города Балаково. И мы участвуем не только в мероприятиях, посвященных бездомным животным, но и детям. Рейна – это бездомная собака, то есть она сейчас у нас на постоянном обеспечении именно группы, потому что собака с тяжелым характером, не все ее согласны взять. Но это очень добрый пес, и я его люблю. Вот. А Сэм – это собака Кати, она волонтер, у нее передержки котята. Ури у нас тоже в группе помощи животным состоит, и они нам тоже помогают. Вот. Ури может идти на трассу. Дети в восторге от собак. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось, когда мы разворачивались. А ты первый раз катался на собаках? Понравилось? Да. Еще будешь кататься, если будет такие мероприятия? Да. А их родители жертвуют сколько могут на лечение маленькому Захару. Конечно, да, это хорошее дело, в общем-то, что, конечно, нужно помогать, потому что это детки, это самое ценное, что у нас есть. На призыв помочь мальчику откликнулись балаковские фотографы, кондитеры, организаторы детских праздников, мастера йоги и многие другие. Уже сейчас удалось собрать практически треть от необходимой суммы. А это значит, маленький Захар с каждым днем ближе к выздоровлению. Если вы хотите помочь малышу пройти лечение, переводите средства на счет его родителей или участвуйте в благотворительных акциях. О них регулярно сообщаются в социальных сетях. Только вместе мы спасем Захара.